Здравствуйте, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас в нашем новостном портале Sunshine. Теперь каждую неделю мы будем рассказывать вам свежую информацию. Мы в солнечной Калифорнии, город Сан-Диего. Сегодня, в понедельник, вместе с своими соведущими, коротко расскажем вам о событиях этой недели. Итак, к весенним новостям. Март подходит к концу, а значит совсем скоро, с 28 числа, мы ждем вас в нашем весеннем лагере. Неделька будет очень необычная, ведь каждый день вас ждет новая активность. В общем, приходите и сами все увидите. В эти выходные наши гимнастки участвовали в соревнованиях Rhythmic Divas Invitational, Лас-Вегас, штат Невада, и показали отличный результат. Лера в упражнении с обручем заняла 3-е место. Полина в упражнении с лентой – 2-е. София – 1-е место с булавами, 1-е место с лентой, 3-е место с упражнения без предмета и мяч и 1-е место all around в ее возрастной группе. Новости выходного дня. Каждую субботу с 5 до 9 часов вечера у вас, дорогие родители, есть возможность провести прекрасный вечер. Ну, не такой, конечно, прекрасный, как будет у ваших детей, но тоже ничего. А их ждет интересное время, много игр, смеха, вкусная пицца и завершение замечательный мультик. И в завершении новости нашего портала. У нас открыт набор в группы математики, лего, английского и русского языков, а также в киномастерскую. За подробной информацией обращайтесь в нашу администрацию. На этом все. С сегодняшними новостями вас знакомили Соня, Милана, Карина и я, Диана. Желаю вам продуктивной недели и до новых встреч!